Да, я в музее Эшера. Был такой чувак интересный, голландский. И вот он такие всякие интересные штуки рисовал. Интересные у него картины, конечно. Вот этот красивый. Настолько четко нарисованы руки, одуреть. Ну все. Чувак имел право рисовать всякие каки-маляки, потому что настолько умно, техника нереальная вообще. Тут различные оптические иллюзии. Это вот его. И озеро стоит. Отражение зеркальное. Прикольно. Конечно, прикольный чувак. Животных тоже рисовал. Сова у него побольше, чем пикассовские совы. Ну, тоже довольно-таки загадочные. Слоны, жуки, коты. Квадратные. Как же без Адама и Евы? Когда снимаешь через телевизор, виден квадрат. Виден квадрат, вон я машу ему. А когда поворачиваешь, снимаешь сюда, то видны вот просто такие кусочки.